Два года назад в регионе запустили приоритетный проект губернатора Московской области – флагманские школы Подмосковья. Образовательные учреждения, на которые должны равняться остальные, появились в каждом округе. В Люберцах звание флагмана образования держит 16-я гимназия. Тему продолжит наш корреспондент. 16-я гимназия признана одним из лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья. Первый день открытых дверей флагманских школ Министерство образования Московской области решило провести здесь. В учреждении самые современные методы обучения. Критерии отбора флагманских школ, это результативность. Результативность на ЕГЭ, результативность по Всероссийским олимпиадам школьников. Мы создали такие условия для наших учеников, в которых невозможно не учиться. Каждый ребенок, попадая в нашу гимназию, вынужден учиться. Гимназия «Интерес» открыта в 2013 году. Состоит из двух учебных корпусов и дошкольного отделения. Здесь учатся более 2500 школьников и дошколят. В рамках Дня открытых дверей учителя и руководящий состав гимназии проводили мастер-классы и поделились педагогическим и управленческим опытом. Я надеюсь, что данное мероприятие, которое поддерживается активным Министерством образования Московской области, оно принесет большие успехи в плане обмена опыта практиками управленческими, педагогическими, и диссеминация опыта пойдет только всем на пользу. Педагогам рассказали, как в гимназии проектируют уроки, на что делают акцент при подготовке учебного материала. Каждый мог посетить открытые уроки по русскому языку, литературе, физике, истории и биологии. Бактерия покрыта капсулой, слизистой капсулой. Это клеточная стенка. В Подмосковье 63 флагманских школы. Дни открытых дверей в течение года проведут в каждой. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.